Привет! Это интернет-магазин Mobilag, и сегодня у нас на обзоре бюджетный девайс от компании Lenovo. Знакомьтесь, планшет Lenovo Tab 2A7. Предлагаю разобраться, что за продукт получился у компании и кому он будет интересен. Внешний вид планшета получился немного агрессивным за счет заостренных углов. Качество сборки неплохое, все детали подогнаны стык в стык. Но справедливости ради стоит отметить, что как только берешь девайс в руки, он сразу же начинает скрипеть и трещать. Что касается материалов корпуса, то здесь все привычно. Тыльная сторона сделана из пластика софт-тач покрытия, которое с радостью собирает отпечатки пальцев и пятна. Работать с планшетом удобно, в руках сидит надежно. Гаджет получился со среднестатистическим весом 269 грамм. Lenovo Tab 2A7 выпустили в 4 цветах – черном, белом, голубом и розовом. Элементы управления разъемы разместили таким образом. На верхнем торце разъем для наушников и мини-USB. На правой грани качелька регулировки громкости и кнопка блокировки. На левой грани под заглушкой спрятаны слоты для карты памяти и сим-карты. На лицевой стороне глазок фронтальной камеры 0,3 мегапикселя. На тыльной стороне основная камера 2 мегапикселя. Не вижу смысла останавливаться на камере. 2 мегапикселя, и этим все сказано. Давайте лучше о экране расскажу. У Lenovo Tab 2A7 7-дюймовый дисплей, который выполнен по технологии IPS. Разрешение составляет 1024 на 600 пикселей с плотностью 160 ppi. Яркость приличная, углы обзора хорошие, цвет не инвертируется, просто падает яркость. Цветопередача близка к реальности, оттенки насыщенные. А вот чувствительность сенсорного слоя подкачала, планшет далеко не всегда реагирует на действия. В планшете установлены следующие модули: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, поддержка AGPS, ну а наличие слота для сим-карт формата мини гарантирует работу с 3G-сетью. У девайса аккумулятор емкостью 3450 мАч. При постоянном использовании батареи хватит на 5-6 часов работы. Что касается ПО, тут установлен Android 4.4.2 с фирменной оболочкой от производителя. Все приложения вынесены на рабочие столы. За производительность отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT8382 с тактовой частотой 1,3 ГГц, а за графику Mali 400MP. Оперативной памяти предоставлено 1 ГБ, а для хранения данных выделено 16 ГБ, из которых доступно 12. В играх планшет достаточно шустр, легкие приложения запускаются быстро. На ресурсоемких может задуматься, но ненадолго. Для ежедневной простой работы его быстродействия более чем достаточно. Lenovo Tab 2A7 получился типичным гаджетом для своей ценовой категории, со своими достоинствами и недостатками. На этом все. Увидимся в новых обзорах. Пока!